Бедная девочка с Днепра Маша. Я буду шкуру спускать. Как она стала хозяйкой целой страны? Ой, господи. Что ее связывает с Примадонной? Теперь меня еще укоряют, что типа я добро. Ее семейное убежище, ее дочь. Я являюсь единственным членом семьи, кто может защищать мою маму. Ее муж. Это вообще невозможно пережить. И те, кто ее предал. Шрамы на сердце – это мои шрамы. Впервые «Любовь и одиночество» низвергнутой принцессы. В субботу, сразу после программы «Максимум».